Хайрлифте, с добрым утром, уважаемые янаульцы. Как всегда, по средам и пятницам вас приветствует муниципальное телевидение города и района. Послушайте, пожалуйста, новости. Так, вчера был у нас вербный день, ведь, да? Знаешь, как он... С вами работать! Естественно! Ну, кто там Так может, Гуля тоже для виду ходит, снимает. Как вы так можете обо мне говорить, девчата? Гуль, не надо так! Позволить. Насчет чего? Чего насчет чистоты садик он это? Вы берете, мы, да? Thank you.
но я на утилясе кем-то выпустил носки, да, там получается там бей. Нет, все, ребят, нет. Ну, вон она кем-то может не быть. Вот прохрена, вот прям, ну, до победы кем-то, ёрла, да, ну, да, ну, что? Ну, что? Недавно отделом социальной защиты местной администрации была организована традиционная встреча клуба фронтовых подруг. Она была традиционной и все же... Участницы Великой Отечественной войны. Женщина, сколько на ее долю выпало, трудно измерить. Годы войны стали для нее годами тяжелых испытаний. Женщины заменили ушедших на фронт. Заменили печей, у станков, за рычагами тракторов, за баранками грузовиков на колхозном поле. В годы войны на защиту Отечества стали и женщины. На фронтах сражалось более 500 тысяч женщин. Уткина хатынкас отнашты, соғыш яланда душманга каршы күрәште. Отдела министерства Николай Никитович, первый заместитель главы администрации. И всем молодому поколению, что действительно, как мы жили, как завоевали этот мир, и чтобы единицы, да, вот, как сказали, это самые смелые из смелых, которые трудный час, грозный час, встали вместе с мужчинами в один строй для защиты нашего Отечество. Это действительно, вы не только на столу, а именно на фронте вместе завоевали нашу сегодняшнюю жизнь, сегодняшний день. Хотя и многие, как говорится... Предоставляется особое удовольствие приветствовать вас в канун 50-летия Победы. И то, что у войны было не женское лицо, вы представляете вот своим примером. К сожалению, вы разделили горечь, потери близких, друзей. Вы прошли этот долгий путь к победе ценой своего здоровья, ценой своей жизни ваших однополчанок. И поэтому... Упали ты, братки, и могилы, мы тихо, как память, стоим, не гнувшись до пальцев, сжимая гражданские шапки свои.
вечная слава убитым и вечная слава. Yeah.
Şundan giden, bir mutlu ısır çarptı başına. Samarıktan bana kadar bastı, uçaktan da bize bilgiden. Neyse samarıklı kurtta ölmesin, yeş yeş sana kavar. Оңнатып, неткәннәре өчен бик зур рәхмәт окуймын.